Здравствуйте, меня зовут Кирилл, и тема сегодняшнего занятия – построение графика функции y равно ax в квадрате плюс n и y равно a умножить на x минус n в квадрате. Перед нами сегодня стоит следующая цель – научиться строить графики функции y равно ax в квадрате плюс n и a умножить на x минус n в квадрате. Давайте начнем с графика функции y равно ax в квадрате плюс n. Графиком этой функции является парабола, которую можно получить с помощью параллельного переноса графика функции y равно x квадрате вдоль оси y, соответственно, вверх или вниз. Давайте разберемся, как она вообще выглядит. При положительных n парабола смещается вверх, при отрицательных n, соответственно, парабола смещается вниз. То есть это та же самая функция y равно x квадрате, только смещенная вдоль оси y. Теперь давайте разберемся, как построить график этой функции. Для начала нужно составить таблицу значений для функции y равно ax в квадрате, то есть без n. Далее по полученным точкам мы должны построить график функции y равно ax в квадрате. И потом этот график нужно сместить вдоль оси y. Если n больше 0, мы смещаем на n единиц вверх, если n меньше 0, мы смещаем на n единиц вниз. Давайте разберемся на примере. Нужно построить график функции y равно 2x квадрате плюс 3. Давайте разберемся с этим алгоритмом на следующем примере. Построим график функции y равно 2x квадрате плюс 3. Для начала составим на таблицу значений функции y равно 2x в квадрате. Для этого выберем x от минус 2 до 2 и найдем соответствующие им y. Для этого подставим x в уровне функции y равно 2x квадрате. У нас получаются значения y и x. Полученные точки отмечаем на координаты плоскости и соединяем плавные линии. Таким образом получаем график функции y равно 2x в квадрате. Далее этот график нужно сместить на 3 единицы вверх по оси y, потому что n равняется 3. И у нас должен получиться вот такой график. То есть мы построили сначала y равно 2x в квадрате, затем сместили его на 3 единицы вверх. Теперь давайте рассмотрим график функции y равно a умножить на x минус m в квадрате. Графиком этой функции также является парабола, однако теперь ее можно получить смещением графика функции y равно a x в квадрате на m единиц влево или вправо по оси x. Получается, что при положительных значениях m график функции смещается вправо по оси x, а при отрицательных значениях m график функции будет смещаться влево по оси x, то есть если у нас есть функция y равно x минус 3 в квадрате, она будет смещаться вправо, если x плюс 3 в квадрате, она будет смещаться влево. То есть тут нужно всегда учитывать минус, который изначально есть в формуле. Давайте разберемся, как построить график функции y равно a умножить на x минус m в квадрате. Для этого нужно также составить таблицу значений функции y равно ax в квадрате. Далее нужно тоже построить по полученным точкам график функции y равно x в квадрате, то есть соединить полученные точки плавной линии. И далее нужно сместить полученный график на m единиц влево или вправо по оси x, чтобы получить график функции y равно а умножить на x минус m в квадрате. Построим график функции y равно минус x плюс 2 в квадрате. Для начала составим таблицу значений функции y равно минус x в квадрате. Возьмем x от минус 2 до 2 и найдем соответствующие им y. Здесь стоит отметить, что в данном случае y будут неположительные, то есть отрицательные, и также один из y будет равняться нулю. Отметим полученные точки на координатной плоскости, задним их в плавные линии и получим график функции y равно минус x в квадрате. Далее посмотрим на функцию. В данном случае m у нас будет Отрицательное. Соответственно, мы будем смещать график функции влево по оси x. То есть, в данном случае, если в скобках стоит сумма, мы будем смещать график функции влево по оси x. Ну, давайте посмотрим, как он выглядит. Получается, что мы сначала построили график функции y равно минус x в квадрате и далее сместили его на 2 единицы влево по оси x. Давайте подведем небольшой итог. На сегодняшнем занятии мы научились строить графики функции y равно ax в квадрате плюс n и y равно a умножить на x минус m в квадрате. Разобрались, как их строить, какой есть алгоритм и разобрали его на нескольких примерах. На сегодня все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.